4 февраля в Казанском федеральном университете стартовал сезон «Поезда здоровья» 2023 года. Каждые субботы и воскресенье студенты и преподаватели вуза в астрономической обсерватории имени Энгельгарта отвлекаются от своих забот в условиях снежной зимы и катаются на лыжах. 12 февраля в оздоровительном заезде поучаствовали Институт информационных технологий и интеллектуальных систем и Институт математики и механики имени Лобачевского. Здесь я нахожусь в первый раз, но катание мне понравилось. В принципе, можно будет приехать и во второй раз. Тут, в принципе, все оборудовано, все выдают. Палки, лыжи хорошие, трасса, ну, пригодная для катания. Департамент по молодежной политике совместно с общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта принимает активное участие в реализации оздоровительного проекта. Отправление на автобусе организовано от КСК КФУ «Уникс» до астрономической обсерватории. Далее по программе катание на лыжах или прогулка по лесу, перекус и горячий чай, а затем отправление обратно в Казань. Участниками поезда здоровья становятся как бывалые лыжники, так и ребята, которые до этого не были знакомы с полозьями для передвижения по снегу. В нынешнем сезоне запланированы 23 выезда. Участие в мероприятии может принять любой желающий студент. Узнать подробности можно в отделе организации физкультурно-массовой и спортивной работы по телефону 233-72-86. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.